Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий вітати в нашій студії народного депутата України, співголову фракції «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Пане Юрію, доброго дня. Добрий день. Ми зустрічаємося на початку нового політичного року. Будемо говорити і про підсумки 19-го, і про плани на 20-й. Але все ж таки хотілося б розпочати з такого питання. Я знаю, що кожен приїзд до Одеси, ви відвідуєте Крикове поле. Сьогодні не виключення, а питання пов'язане з подіями 2 травня. Наприкінці 19-го року була спроба створити тимчасову слідчу комісію, але щось пішло не так. Прокоментуйте ці події, будь ласка, пане Юрію. Дійсно, трагедія 2 мая 2014 року для Одеси – це страшне событие, і повинно бути розслідування. Повинні бути наказані виновні в цій страшній трагедії, люди повинні получить справедливость и знать правду, кто это натворил и кто за этим стоит. Точно так же, как должно быть расследовано расстрелы на Майдане, потому что оба эти события, трагические для нашей страны, они оказались заблокированы, расследование по ним, предыдущей властью. И мы сейчас видим, что и сегодняшняя власть особой активности в этом не проявляет. Хотя такие трагедии срока давности не имеют, и справедливость должна восторжествовать, и виновные должны быть наказаны. Поэтому для меня всегда, когда я приезжаю в Одессу, всегда является очень важным, чтобы я возложил цветы, дал дать памяти погибшим, пообщался с родственниками, морально поддержал их, потому что они до сих пор живут в стрессе, в шоке, и вот этих людей надо поддерживать. И мы будем бороться за то, чтобы был международный контроль уже над этим расследованием, потому что у нас нет доверия к правоохранительным органам страны, что они сделают это расследование справедливым и объективным. Мы это видели на протяжении последних 5 лет и видим, к сожалению, сейчас, что сдвига особых нет. Поэтому этим мы будем заниматься, контролировать и добьемся правды. Ми бачимо, що парламент минулоріч оновився, ну так, добряче оновився. Чи є бажання у колег працювати в тимчасовій слідчій комісії? Ми бачили там голосування, що вони щось не підтримали, у них були там свої аргументи, але все було на гальмах спущено. На самом деле, создание следственной комиссии была наша инициатива. Инициатировала была Николая Скорика, руководителя нашей региональной организации здесь. И то, что «Слуга народа» не проголосовали за это постановление, это на самом деле свидетельство того, что они пошли на поводу у националистов, которые там выскочили с криками к трибуне, что нельзя этого допускать. Понятно, они боятся этого, боятся расследования, а следственная комиссия, безусловно, даст толчок. Но я убежден, что следственная комиссия будет создана. Такого рода у нас идут сейчас консультации с «Слугами». И мы им говорим, что давайте заканчивать это. Это у вас сейчас вся власть, а следственная комиссия – это инструмент оппозиции. Поэтому мы должны быть во главе этой комиссии, имеем в виду представителя оппозиции, для того, чтобы это расследование было объективным и справедливым. Я убежден, что мы этого добьемся. И події 2 травня, и події на Майдане, взагалі, вони підкреслюють те, що головніше, ніж людське життя, немає нічого. І ми це бачимо по подіям на сході країни. На жаль, ми чуємо і президента, багато розмов і про зупинення процесів бойових, і нормандський формат, і якісь там рухи вперед, але є один крок вперед і майже 2 назад. Отже, люди все одно гинуть на сході. Щось знов не так у нашого голови держави пішло. Ну, вы знаете, когда была избрана новая власть, то мы действительно были полны оптимизмом, потому что было декларировано, и это было видно, искреннее желание президента Зеленского достичь мира. И первые шаги, вот они вселяли оптимизм, когда начался обмен пленными, возврат кораблей, разведение войск в 3 населенных пунктах. То есть это действительно процесс пошел. И дальше надо было идти, но сейчас мы видим, что идет блокирование. Прежде всего, потому что националисты, которые против процесса примирения, вот сегодняшняя власть их очень боится, рефлексирует по любым их выступлениям. И вот в этом главная причина, что нет решительных шагов по продвижению в нормандском формате, в минском формате, в каком угодно. Главное ведь народу, чтобы был мир, чтобы не убивали людей, чтобы не прекратили стрелять. И когда мы слышим заявление министра обороны сегодняшнего, что нельзя разводить войска по всей территории,
а надо в отдельных пунктах, то это вызывает по меньшей мере удивление, потому что на самом деле вопрос безопасности людей – это основной, и от разведения войск, во всяком случае, в тех пунктах, где они были разведены, там резко снизилась напряженность. Я это видел своими глазами, когда приезжал в Золотое поселок, и когда слушал людей, которые говорили мне, что вот как развели войска, стали меньше стрелять, им стало значительно спокойнее жить. Поэтому мы будем бороться дальше за мирный процесс. Наша политическая сила как раз была локомотивом в прошлом созыве, и сейчас для того, чтобы были политические шаги для урегулирования конфликта. Для нас это важно. Дійсно, безумовно, мир – це важливо, але не менш важливо ті умови, в яких співгромадяни наші живуть на мирній Україні. Я перевожу плавно тему до тарифної політики. Ми багато чули наприкінці року, як і бачили, як президент збирав там експертів, збирав там прем'єр-міністра, ставив питання, як зробити так, щоб платіжки були зменшені. Щось зменшили, але лише за грудень, тому що і за січень, і в наступному році нас чекає підвищення цін на опалення. Це однією рукою тут граємо, тут не граємо. Теж питання, як зробити так, щоб дійсно тарифна політика була справедлива? Ну, абсолютно сьогодні всі є основання для того, щоб тарифи були знижені. Во-первых, це зниження стоїмості газу в світі, яке дійшло і до нас. Во-вторых, это возможность получения того же российского газа по прямым контрактам, не заводя его через Европу и не переплачивая $100, как делала предыдущая власть. И перекладывая все эти затраты на украинцев и рассказывая о том, что слезли с газовой иглы России, а на самом деле брали тоже российский газ физически, а по документам проводили его из Европы на $100 дороже. Вот от этого надо уйти, и мы от этого уйдем. Мы в любом случае будем инициировать этот процесс. И снижение тарифов – это абсолютно понятно сегодня. И процедура, которая чисто техническая, она сегодня чисто техническая, потому что снизилась цена на газ в мире. То, что правительство не может с ним справиться, это свидетельство непрофессионализма. Цена собрать всеукраинский селектор, разобраться, кто нарушает, почему в отдельных городах больше, в других меньше тарифов. Почему местные органы власти где-то не дорабатывают, выяснить, предварительно собрав и сделав соответствующий анализ. То есть это на самом деле кропотливо каждодневная работа правительства, и мы знаем, как это снизить тариф. Но вот пример работы парламента. Вносим мы закон 21.22, по которому усредняем стоимость украинского газа, который принадлежит всему народу по конституции, для населения предназначенный, и импортного. И получаем там среднюю цену 3800 гривен, не 7000, как сегодня, а в два раза меньше. Причем это процедура, которая абсолютно законна, это наш газ, у него есть своя себестоимость, не надо его продавать людям в три раза дороже, и люди почувствуют значительное улучшение, коммуналка снизится. Слуги народа не голосуют. Вот как понять их, когда они шли на выборы, обещали снижение тарифов, улучшение жизни людей и блокируют реальные шаги, которые к этому могут привести. Вот сейчас законопроект следующий по газу у нас в парламенте по тому, чтобы не брать НДС. Брать НДС на 20% сразу снижение стоимости газа. Хороший проект, хороший. Вот он сейчас откладывается, но до него все равно дойдет. Вот я посмотрю, как они будут голосовать. Потому что если они нарушают вот таким образом свои обещания, то люди в конце концов поймут, что они их обманули. И вот сейчас пока все идет к тому, что не выполняют предвыборные обещания. Ни по миру, ни по тарифам, ни по ценам, да по социальной поддержке. Смотрите, парламент отработал с 29 августа по несколько дней назад закончилась сессия. Это первая сессия этого парламента. Приняли и подписал президент 137 законов и 306 постановлений Верховного Совета, которые подписал спикер Верховного Рада. Вот спросить людей, им стало легче от этого, от этих 137 законов. Потому что основные законы – это лоббистские. Игральный бизнес, там, бюджет драконовский, увеличение контролирующих правоохранительных органов, кассовые аппараты без того, что людям сказали, где взять деньги на них, чтобы их внедрить. Вот вся эта вот лоббистская законодательная деятельность, она привела к тому, что люди вообще стали хуже жить.
И вот поэтому мы очень негативно оценим работу парламента. А под занавес еще и взяли себе, поставили колоссальные зарплаты. Министры, имею в виду, и разного рода чиновники. Еще больше возмутили людей, еще больше, говоря бытовым языком, раздраконили общество. Поэтому говорить о том, что я доволен парламентом, или там, я как могу оценить сегодняшнюю власть, оценка крайне негативная. Тобто турборежим не завжди добре, м'яко кажучи. Швидко-швидко прийняти законопроект. Они вообще не понимают, за що вони голосують. От я абсолютно можу чітко сказати, що більшість слуг, вони не розуміють суті законів, за які голосують. І розробляють їх, навіть не Офіс Президента, я вже не говорю о депутатах, їх розробляють організації, які працюють на западні гранти, для того, чтобы облегчить себе там условия зарабатывания прибыли здесь, финансовым организациям, которые здесь работают. Вот они их разрабатывают, вносят через офис президента в парламент, а слуги даже не понимают, за что голосуют. Вот спросил, я же несколько раз их спрашивал, что это за закон, почему голосовали. Ну, нам сказали. Вот примерно такое. Поэтому это не турборежим, это режим, который внесен к нам внешним управлением и который ничего хорошего для страны не несет. І для наших громадян. Ще одне політичне питання. Наприкінці минулого тижня був такий скандал, черговий касетний скандал в історії України, скільки їх вже було. І прем'єр-міністр Олексій Гончарук був за крок від відставки. А ваша політична сила підтримала б його відставку, якщо це питання було б винесене Верховною? Як це за законом потрібно виконувати, а не писати президенту? Звісно, підтримали ми б відставку всього правительства, тому що ми бачимо, що правительство абсолютно непрофесіонально і практично не вирішує тих питань, які ставят граждане Украины. Но вот даже когда его назначали, когда было такое некое подобие программы, на самом деле программа это достаточно сложно назвать, потому что это был набор лозунгов из серии «Партийное хозяйство актива» или 26-го съезда КПСС в стиле «Догоним и перегоним». Ну, там было 50 миллиардов долларов инвестиций, 40% рост ВВП, там, миллионы рабочих мест, там, 5 миллионов рабочих мест. То есть на самом деле это все произошло с точностью наоборот. У нас за ноябрь и за октябрь по 5% падает промышленность. Мы потеряли за 3 месяца последних 170 тысяч рабочих мест. Каждый день нахождения этого правительства у власти и, значит, ведет нас к экономическому, продвигает нас к экономическому кризису. Люди живут все хуже и хуже. А премьер вышел на трибуну в парламенте, вышел абсолютно счастливый человек. Вот счастливый, потому что он не понимает, его счастье в том, что он не понимает глубину экономической пропасти, где оказалась страна. Это называется такой эффект дилетанта. Дилетанту все просто, потому что он не понимает проблему, он не знает, чем это может закончиться. И точно так же он вышел, что-то очередное сказал в бодром стиле, а на самом деле ситуация архисложная. И дело даже не в кассетном скандале этом. То, что они там друг друга и себя самих называют разными эпитетами, которые не хочется повторять в студии, это как бы вопрос не самый главный. Самое главное, они не понимают, что делать с экономикой. Они не знают, у них нет опыта управления государством. И они не понимают, как выйти из экономического кризиса, они только его углубляют. Поэтому мы будем голосовать за отставку правительства, но всего правительства, а не то, что они сейчас хотят сделать. Выбрать там несколько министров, отдать их там, сбить накал в обществе и типа вот мы очистили свои ряды. Вот так не будет. То есть все правительство, до свидания, ребята, поработали, уже хватит. Еще поработаете дальше, вообще промышленности не будет. Ще хотілося поставити питання по двом законопроектам. Один має відношення до кінця 2019 року, інший був прийнятий нещодавно. Питання по земельному ринку не можу не поставити вам. Я знаю, що ваші колеги в Одеській обласній раді неодноразово ініціювали звернення до Кабміну, до парламенту, до президенту не підтримувати цей законопроект. Наскільки я розумію, думка не змінилася, опозиційна платформа «За життя» не підтримує закон в тому вигляді, в якому він пропонується. Ну, звісно, ми на самом деле ми вважаємо, що не можна продавати землю іноземцям в таких об'ємах, що було з самого початку предусмотрено цим законопроектом. І ми добилися за 3 місяці боротьби того, що багато питань убрали оттуда. Там убрали 200 тысяч гектаров земли в одни руки, осталось 10 тысяч, но мы настаиваем на том, чтобы было 5 тысяч в одни руки. Должен быть переходный период перед продажей юридическим лицам,
только физическим лицам, так как это в Европе везде сделано было. Невозможно переуступать право требования, право первоочередного выкупа от арендатора другим лицам, что сейчас хотят тоже провести, чтобы, в общем-то, продать нашим финансовым олигархам эту землю, нашим земельным олигархам. То есть вот эти вопросы, они болезненны для фермеров, для тех, кто работает. Мы боремся против. Мы многого добились, но еще много придется добиться. А самое главное, мы абсолютно против того, чтобы этот законопроект принимался без референдума в обществе. Потому что он социально чувствительный. Люди понимают, что их хотят обмануть. И надо сделать его правильным, показать людям. И только после того, как люди скажут «да», его вносить в парламент. Ну вот благодаря нашей борьбе практически был заблокирован его принятие. Наша фракция принципиально выступила. И сейчас наши коллеги работают в рабочей группе с аграрным комитетом для того, чтобы убрать все моменты, которые позволяют обмануть наших фермеров. Вот мы за это боремся, и люди должны быть уверены, что мы отстаиваем их права. Нещодавно був також проголосований, ваша фракція не підтримала, закон про середню освіту. Ваші колеги з опозиційної платформи «За життя» аналізували ризики цього закону про середню освіту. Чому не підтримали? Ну, смотрите, по образованию вообще несколько законопроектов было принято в последнее время. Вот в последнее время был принят законопроект, который практически запретил организацию там со следующего года филиалов в областях университетов. Ну как можно было принимать такой законопроект, когда люди работают, студенты учатся в университетах. То есть много очень студентов находится в филиалах. И вот так огульно взять всех убрать, это мы, естественно, это не поддержали, голосовали против. Точно так же по среднему образованию. Ведь на самом деле суть этого закона, она очень проста. Это дальнейшее искоренение русского языка из общества. Это оскорбление 30% людей, для которых этот язык является родным. Что там сделали? Там ввели возможность обучения национальным меньшинствам, которые говорят на языках Европейского Союза, там, полякам, румынам, венграм, значит, на 20% обучения на украинском языке, а на 80% они могут учиться на своем языке. А для русского языка, белорусов, 80% украинский, 20% только русский. То есть суть дискриминация полная. Значит, ну выделили еще крымских татар, им разрешили учиться на своем языке. А русский язык, вот все идет на искоренение вот русского языка. Причем та власть это делала, и эта власть продолжает то же самое. Ну как мы можем поддержать? Конечно, мы заблокировали сейчас его подписание, потому что мы внесли постанову, там были нарушения регламента для того, чтобы не подписывал спикер. Посмотрим, как кто будет голосовать за это, потому что все эти слуги, они тоже шли на выборы с тем, что обеспечить равенство всем языкам, а делают совсем наоборот. Вот мы сейчас внесли постанову, блокирующую подписание этого законопроекта, посмотрим, как они проголосуют. И если даже он будет принят, мы идем в Конституционный суд. Мы добьемся его отмены, потому что он прямую противоречит статьям Конституции, которые обязывают страну дать возможность говорить людям на тех языках, которых они хотят, и учиться. Мы зустрічаємося з вами в Одесі. Не можу не поставити питання, яке має безпосереднє відношення до Одеси. 2020 рік, якщо нічого не станеться, це рік місцевих виборів. Також це рік виборів мера, якщо будуть обирати там мера Одеси. Чи прийме участь в цих виборах партія «Опозиційна платформа за життя»? Чи підготовить свого кандидата, не технічного, сильного кандидата, який зможе нав'язати боротьбу чинному очільнику міста? Безусловно, ми будемо участвувати в місцевих виборах. У нас дуже хороші шанси. І ми рассчитуємо взяти більшість і в облсовєті, і в місті. Я имею в виду в депутатах. Безусловно, у нас есть свой кандидат на мэра города, потому что действующий мэр, он участник нескольких уголовных дел, и он полностью работал на Порошенко. И мы видели, насколько он говорил одно, а делал совсем другое по городу и по отношению к тем обещаниям, которые он давал одесситам. Наш кандидат в мэры будет Николай Скорик, кто руководитель нашей региональной организации. Мы считаем, что он
отстаивал и отстаивает интересы одесситов правильно, и будем его поддерживать, и рассчитываем, что он победит. Дякую, пане Юрію, за змістовну розмову. Бажаю успіхів. А наприкінці можете звернутися до одеситів, щось побажати. Таке приємне. Я дуже люблю Одесу. Я вважаю, що це вот такий інтернаціональний, яркий, красочний город. Він заслужує дуже хорошого будущего. І ми зробимо все для того, щоб це будущее одеситів було. Удачі! Дякую, бажаю успіхів. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.